Которые, вот какое процентное соотношение между тем, что из запасников и вот постоянная экспозиция? Ну вот можно конкретно на этом зале сказать, что всего лишь две работы экспозиционные, а остальные все из фондов музея. Uh-huh. Они могут быть знакомы, потому что они хрестоматийные. Но тем не менее здесь очень много новых имен, особенно 20 века. Советские художники, к которым мы опять обращаемся. И вот на примере этой выставки хочу подчеркнуть, я думаю, тот, кто относился как-то, в общем-то, холодно к советской живописи, я думаю, вы ее полюбите. Потому что это, как уже сказали, и оптимистическая живопись, и очень качественная живопись. И не случайно рядом, повторяю, с классикой нашей, мы видим художников советского времени, и они, в общем-то, не проигрывают. Спасибо.